Спонсор рубрики «Культурный город» – МиГ «Автотранс». С 27 июня автокассы «МиГ Автотранс» открываются на привокзальной площади Северодвинска. Осуществляем предварительную продажу билетов по направлениям Плесецк, Каргополь, Котлас, Коряжма, Сыктывкар, Киров и другие. Для вас скидки и низкие цены. Режим работы касс с 6 до 18 часов. Справки по телефону 8 909 554 85 55. Здравствуйте! Танцуют на одной сцене с бурановскими бабушками и Анастасией Волочковой. Воспитанники хореографической студии «Золотица» подводят итоги многочисленных побед на различных танцевальных конкурсах. От городских до международных. Словно настоящие казачки, северодвинки выстукивают дроби. Воспитанницы хореографической студии «Золотица» с номером «Донской пляс» покорили жюри в Казани. На международном фестивале «Виктория» стали лауреатами первой степени, обошли 120 конкурентов. Ребята из Москвы, наверное, запомнились тем, что номера были яркие, костюмы, и как-то они, наверное, энергетика у них какая-то такая яркая была. А ребята из Волгограда тоже то, что костюмы очень красивые, техника исполнения и тоже много улыбок. Сейчас в «Золотице» 500 танцоров с 4 до 18 лет. Их обучают 7 хореографов, концертмейстер, педагог по музыке и ИЗО. Наряды подбирают костюмер. Танцуют народные, современные и классические танцы. Одно из ярких выступлений этого года с бурановскими бабушками на сцене ЦКИОМ. Дети танцевали, бабушки пели. Было очень интересно. Они были добрые, веселые, общительные. Но плотно пообщаться с ними мы не смогли из-за того, что у нас были плотные репетиции, но нам понравилось выступать вместе с ними. Этот учебный год стал насыщенным. Позади 10 конкурсов, от городских до международных. Почти с каждого вернулись с наградами и кубками. Дети участвовали в праздновании Дня Победы России, акции «Люблю, не бью». Многие выпускники «Золотицы» с танцем связывают жизнь. Можно похвастаться нашей выпускницей Рабинской Ксении. Она сейчас у нас преподает в студии. Выпускником Максимом Вантрусовым, который тоже преподает у нас в студии. В Северном русском народном хоре танцует наша выпускница Наталья Сумарокова. А у Анастасии Волочковой, известной балерины, танцует наш выпускник Артем Голубев. С сентября начнутся подготовки к новым победам и репетиции ко дню рождения студии. В декабре ей 24 года. На одной сцене станцуют дети вместе с родителями.